Всем привет из Авиарят. Сегодня у нас 1 июня, первый день лета. Поздравляю вас с этим знаменательным днем, днем защиты детей. И вот сегодня у меня рабочий день подошел к концу, и я решил снять небольшой репортажик на 5-10-15 минут, как получится. Буду говорить обо всем, потому что вам, наверное, все интересно. Может быть, изменений много, но я их не замечаю. В общем, работаем. Так, ну что, тут у меня инкубируется индюшинное яйцо. Там яйцо бройлеров. Цветочки из теплицы. Спускаемся, лестницы нету до сих пор. Пол не доделан, баня не доделана. Кстати, помните, я сейчас вспомнил, рассказывал вам про дым. У меня на втором этаже, когда топишь жарко очень баню, был дым. Я, кажется, знаю, в чем причина. Вот когда мы же там делали фольгу, а фольга, она, вот она, кстати, лежит, она немножко масляная. И вот мне кажется, когда фольга нагревается очень сильно, вот это масло начинает дымить, которое на ней. Кстати, вот затопили баньку. По поводу стекла, как вы помните, вот ни разу еще его не мыл, не протирал, не чистил. Вот оно, конечно, немножко подымело, или как правильно, испачкалось. Но это все зависит от того, насколько близко дрова к стеклу. И это все зависит еще от того, чем топишь. Ручка вот не горячая. Держать можно. Тут у меня вот что-то не доделано. Про это не будем пока в баню заходить. Надо тут немножко кое-какие моменты, конечно, переделать. Я вот, кстати, вот насчет отдушин хотел сказать. Сделал отдушины. Ну как, пропилил. Я их тогда пропилил. Я об этом очень сильно сейчас жалею. Очень сильно жалею. Не надо было этого делать, только испортил всю баню. Нафиг. Потому что здесь вообще влаги практически никакой нет. Само собой оно проветривается, вентилируется. Тут просто испортил баню. На, теперь... Ну, еще пока не решил, что и как тут лучше сделать. Бревно вставлять или... Не знаю, ладно. Не будем о грустном. Будем о позитивном. Дверь тоже немного вот отходит. Надо это самое... Надо ее поправлять. Поправлять ее на двигать. Это у нас бройлеры. Рост 308. Что еще? Ну, идем на улицу. На улице, кстати, сильный ветер. Возможно, будет меня плохо слышно. И вот она. Ушла весна, пришло лето, да, у нас? Как это проявляется? Да, в принципе-то ничего не изменилось. Муку ветрище. Ну, Маша там что-то балуется. Маша, что там делаешь? Свеклу? Получается. Вот высадили сегодня капусту. Что, у нас свекла осталась и все, да? А, цветы. Ну, цветы вообще все подохли. Все бархатцы. Ну, бархатцы. Вот они. У нас тут даже минус был. Вообще непонятно, лето будет, не будет в этом году. Сейчас пройдем, я вам все покажу. Даже гортензия, смотри, замерзла. Елки-палки. Вообще, перцы только цвести начинают. Кстати, капельный полив пока работает нормально. Шланг я заказал на AliExpress, там же, где я покупал. Скоро приду, там, оказывается, доставка у них сейчас 2 недели всего. Помидоры даже еще вообще никак. В том году мы на мой день рождения, по-моему, ели, да, уже помидоры на день рождения? Нет еще? Огурцы ели. Ну, огурцы-то мы ели, конечно, в этом году. Но... А что тут капает? Идем дальше. Я опять какую-то экскурсию. Последние видеосюжеты, одна экскурсия. Ну а что делать? Хотя бы так. Да? Вон какой ветер. Яблоня. Яблоня. Ну, набирает цвет. Вот. Но еще не цветет. Смородина начинает цвести. Здесь у нас что-то тут кабачки, наверное, посажены.
чтобы еще показать. Сейчас что-нибудь покажу. О, яблонька тоже цвести начинает. Что-то она, видимо, не отошла от зимы. Вот, смотрите, черемух. Она еще цветет. В том году в это время сирень цветала. 100% знаю. Потому что у меня у мамы день рождения сегодня. Вот она еще цветет, черемух. Вот такое у нас лето. Картошку вообще не видно. Когда мы ее садили? Сейчас я вспомню, скажу. Здравствуйте! Картошку мы садили где-то 9 мая, по-моему, что ли. Или 15-го. 9-го, теперь 15-го, где-то так. Когда мы картошку садили, Маш? 9-го или 15-го, где-то, что-то не помню. Когда картошку садили? 16-го. Вот уже 2 недели, не растет. Здесь у нас стройка. Что-то я сегодня так подустал уже с этой стройкой. У меня еще сегодня собрание вечер. Еще и на день рождения. Ну, расскажу, наверное, раз пришел. Да? Собачьи себе роют конуру здесь. Раскапывают, закапывают. Вот видите, что делают, а? Это вот я собираю. Собирали мозаику. Как фронтоны раньше были. Половых досок не было. Значит, смотрите, что я придумал. Столбики у меня были, да? Я решил, ну, вот я на столбике сделал 2 венца, где-то один, где-то 2, и понял, что что-то тут должно же быть. Решил сделать подкаты. Подкаты делаю, бревна напилил, расстояние большое. Вот подложил где-то 2 кирпича, там 3, там 2. Здесь вообще без кирпичей. С скобами все это стянул, но все равно осталась щель. Видите, вот щель такая. Ну, где-то больше, вон, с той стороны вообще много, да, щель. Ну, я думаю, знаете, что этот вариант как бы у меня временный, да, вот это все дело. Я, наверное, между бревнами просто пропеню вот эту большую щель. Вот здесь, где кирпичи, я полагаю, что, предполагаю, что лучше всего отсыпать просто песком. Песок у меня есть, такой как бы бугорок такой, сделать отсыпку. Я думаю, этого достаточно будет. Здесь внутри что у нас? У меня был лафет. Как раз ровно столько, сколько надо было. 1, 2, 3, 4, 7 штук. Я положил его на кирпичи. У меня уклон в эту сторону, да? Получается, когда, ну, все равно здесь писить будут, какать, так скажем, да? Оно будет стекать вниз и по направлению вот туда будет стекать. Чтобы лафет так быстро не сгнил, я его обрабатывать не собираюсь ничем. Я его положил на кирпичики, чтобы он от земли был на расстоянии. Ну, вроде бы все неплохо, но надо было еще пол приподнимать. Я еще сделал вот 4 ряда лафета поперек, чтобы расстояние было не очень большое, чтобы доски... Вот у меня доска, доска есть сороковка старая. Вот я ее на пол сделал и стянул уголками. Для того, чтобы все это дело было как единое целое. Ну, вот, вот такую работу я сделал. Там пришлось подкладочки еще сделать. Думаю, что держаться будет. Думаю, должно. Теперь нужно будет сделать пол. Пол. Но это уже не сегодня. А потом соберу сам сруб. Посмотрю, сколько венцов мне собрать. Чтобы, может, я даже сколько-то убавлю. Я не помню, сколько у меня там было. Может быть, убавлю где-то. Вот такие вот дела со стройкой. Лишь бы мне половой доски вот этой хватило, чтобы не докупать за 2 досок. Но смотрите, какая еще ерунда. Видите, какие они косые, эти доски. И вот я думаю, это еще более-менее прямая. И она, видите, примерно одинаковая. Некормленная получается доска. Я думаю, либо положить так. Я все равно хочу, чтобы щели были небольшие между досками, да? Либо положить так, либо как-то ее обрезать. У меня из инструмента есть, чем можно обрезать. Это бензопила и циркулярка.
И как это сделать? Что-то я пока не придумал. Но я еще и не думал, конечно. Я только принес эту доску и понял, что на сегодня я больше ничего делать не буду. Потому что мои силы на исходе. Еще я притащил собаки. Ты что? Ты что такое грустно? Ты что такое грустно? Передай привет своим подписчикам. Тебя любят. Любят тебя, да? Замерзли, что ли? Замерз. Ой, муха у тебя там какая-то. Муха, ты что, убей ее? Не любит она муху-то? Смотрите, вот я еще притащил бак железный. Что я хочу с ним сделать? Я его хочу распилить. Вот такие более-менее равные части. Посчитаю, посмотрю, как лучше это сделать. И сделаю кормушки для поросят железные. Как вот вам такая идея? Пока я еще не представляю вообще, что тут и как будет. Что-то уже немножко вырисовывается. Бревна, зараза, тяжелые такие. Тяжело таскать. Я еще весь такой лохматый. Вот такие вот у нас дела. Козы у нас а там гуляют, пасутся. Сейчас их уже, по-моему... А что, коз-то завели, да? Завели их уже. Индюшары. Ну, я не буду уже, наверное, что показывать. Я единственное, что хотел показать вам. Поросят, наверное, покажу сейчас. Эти жирные круглые шарики там бегают, носятся. Индюшары тоже вон вовсю резвятся. А? Что? Одна трава растет? Правильно тебя понял? Ну, хоть трава растет, уже хорошо. Холодно? Сегодня вот более-менее тепло. Сколько? 17 градусов. До этого вообще холодина была. Адская холодина. Козы. Да коз я не буду показывать, ничего. Все без изменений. А вот поросята растут. Темно, наверное, меня не видно. Ничего сейчас делать к этим свинкам. Свинкам. Приходится чистить у них где-то раз в два дня. Даже три, может. О, съели все, молодцы. Сейчас вам что-нибудь дам. Вот видите, Кенни, это самое наглое. Это вот вообще ничего не боится уже. Вообще наглый. Ты чё, морды-то грязные все такие, а? Давайте вот потрогать это шея. Первая пойдешь на зубой. Какие ржачные. Смотрите, какая здоровая уже, а? Чё вы делали-то тут? Морды. Как они мне нравятся, а? Как вы мне нравитесь? Вы, наверное, такие вкусные будете. Такие вкусные. А, свинюхи. Ладно, все. Все. Вот и все. Вот и все. Был у нас, кстати, триколор в телевидении. Снял я эту антенну. Мне вообще. Ну я, во-первых, не смотрю, во-вторых, если смотрю, то такая ерунда. Надоел мне этот триколор. Хочется, вот мы в Перми живем, пермские новости какие-то посмотреть. Вообще ничего не показывают эти пермские. Сейчас поставил обычную антенну. В общем, что-то делаем. Что делаем? Сам не знаю. Время вообще летит. Незаметно. Каждый день. Что-то делаешь. А что сделал? И непонятно. Ну вот такое у нас 1 июня. Я вот сколько, 2 года живу в деревне, еще ни разу такого не было. Ни разу такого не было. Холодина, ничего не растет. Ну, вот так вот и живем. Давайте сейчас пойдем к Маше. Потерроризируем ее вопросами. Может, она вам тоже что-нибудь скажет. Вот кактус. Маша, кактус-то растет? Главное, не дохнет. Маша, вот смотрите, какая Маша теперь тубареточка есть. Маша, как у тебя дела? А? Лучше всех?
Пойдешь сегодня на собрание? Нет, на день рождения пойдешь? Одна? Нет, с тобой. Со мной? На собрание не пойдешь? Думаешь, скучно? Скучно там? Ну, все только будут верещать, делать ничего не будут. Ну, это же деревня, как все. Как это делать? Ну ладно, дорогие мои. Будем заканчивать. Пошел, подкину дровишек. Отредактируем этот сюжет. Загружу. Схожу, помоюсь. Пойду на собрание. В общем, у меня еще сегодня насыщенный день. Нас ждут великие дела. Да? Все. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока-пока.